Ребята, всем привет! Короче, сейчас я на остановке. Жду, когда придет Тиана, фотограф. Она меня будет фоткать. Сегодня будет две, как сказать, съемки. Одна будет, короче, такая, типа, вверх тормашками, а другая будет такая творческая, с жемчужинами. Ребята, а мы уже фоткаемся. Сейчас вот на этой области фоткались. И на скамеечке там где-то с Татьяной. Шикарная женщина, девушка. Фотки топ, я уже часть посмотрел, мне показали. Было круто. Мы тут решили зайти в просвет с Татьяной. Смотрите, какой прикольный стол, сиденье. Вообще топ. Там вообще на улице классное. Сейчас что-нибудь выберем. Ребята, взяли смузи. Эспрессо-тоник. Просвете. Вот там. Вкусный плюс-минус, но мне больше нравится, какой у нас сейчас новый смузи сделался, как его называют? Желтый вроде. Там, короче, идет с морковкой. Мне больше он зашел. Ребята, у нас уже последняя фотосессия. Образ с жемчужинками. Татьяна мне помогает. О, там упало. Ну ладно, давай еще раз. Все, ребята, мы отфоткались. У-у-у, наконец-то. Вот, кстати, была последняя фотосессия вот в таком стиле. Круто, сейчас мы уже едем по домам. Фото до хрена. Сейчас мы в автобусе поедем. Я сейчас там Таня быстренько пролистает, покажу вам быстренько в влоге. Вот. Так что. Это. Надя, мы взяли фотосессию. Смотри, какой я прикольный. Блин, там тоже много народу, да? Вперед, там вроде поменьше. Давай пойдем. Короче, смотри. Думаешь? Спасибо. Ребята, сейчас, короче, я иду уже домой, и фотосессия подошла к концу. Мы наснимали очень много классных фотографий. Ну, там, фотографии, которые вы видели, что мы наснимали, я вот ставил кусочки. Очень большое спасибо Тане, если ты смотришь, ты классный фотограф. Я надеюсь, у тебя будет все получаться и будет все круто. Я иду домой, но вначале мне надо зайти будет в магнит косметики, потому что мне надо купить только бумагу, блядь. Хочу посмотреть еще... еду коту надо будет купить. И домой идти, потому что мне надо дома будет снять хотя бы еще чуть-чуть тиктоков, ну, знаете, блядь, хотя бы 6. И завтра у меня важный тоже день, у меня будет психолог. Я уже дома, поснял тиктоки, вышел в эфир, по итогу меня эфир кикнули, я больше не могу выходить с этого, с определенного аккаунта в тиктоке в эфир. И вообще, мне если еще раз одно видео кому-нибудь снесут, спасибо, блядь. У меня, короче, удалится аккаунт навсегда. Я охуеваю, блядь, девочки, просто пиздец. 30 тысяч, блядь, подписчиков. Пиздец, блядь. Вот. Ребята, сейчас я еду к психологу. Уже опаздываю, если честно говоря, потому что... Мой аккаунт опять снова заблокировали с утра. Я пытался разбираться, в итоге разобрался, меня опять его восстановили. Короче, мне будет сейчас каждый раз так восстанавливать, поэтому я создал новый аккаунт. Вот, уже туда выложил пару видосов. Там уже около 30 подписчиков, надеюсь, блядь, будет еще больше. Потому что это трэш. Вот. Поэтому подписывайтесь на мой новый аккаунт, блядь. Пожалуйста. Ребята, я уже после психолога иду весь. Мы так хорошо сегодня с ней поговорили. Я, наверное, плакал раза 3-4. Так, ребята, уже пришел к Экспрайсу, покупал вот такой вот горшочек. Прикольный. Его можно даже вешать тут на крючочек. Но, думаю, вешать мне не надо. Вот, стоит где-то в роли 100 рублей или 200. Ребята, все, уже пришел кофе лайк.
купил горшочек. Тут уже находится цветочек. Как вам показать его? Девочка ушла куда-то. Пока я подожду. Вот. Одни же странные чувства я в последнее время, это пипец. Когда будет хорошая полоса? Это в отпуске. Жду, короче. А ты его так и повнесешь? Ну да, я потом домой пойду. Занесу, потом мы с Надюшкой встретимся. С кем? Да. С Надей встретимся, мы же играть будем с Надей сегодня. А, ты тоже идешь? Да. А вы что играть? Не знаю, мы тоже пойдем. Где мы с Настей ничего не ответим? Непонятно, короче, что это. Ну, девочки, а мне уже присадили цветочек. Видео вставлю, когда это прекрасно ladies его смонтирует, пересаживала его, короче, вообще. Четко, ты, кстати, знаешь, как этот цветок называется? Ну-ка, поймем твою квалификацию. Тридисканс? А я не знаю, я тебя спрашиваю. Традисканция. Да, блядь, наугад сказала на какую-нибудь фигню. Они просто разные бывают. Вот это вот тоже традисканция. Вот она. Вот видите, девочки, она тут держит собственный сад. Вот, это в своем офисе снимает. Вот эти чуть похожи, только у тебя такой бархатный. У меня белый еще есть. У меня же такой есть розовый. Не, я вот к этому. Что это бархатный, а тот почти да, такой. Бархатный тебя. Вот, короче. Так что, как-то сейчас пойдем. Я принесу эту малышку домой. А мы это уже купили. У меня стейши подарочки. Happy birthday. И Маша. Куда она? Ну, Надя же, Даня. Ты мне написала смс-ку? Да. Окей. Реально пишешь мне. Надя там написала. Ты, Надя, да, пишешь мне. Мы пришли играть с Винтусом. Играем в баскетбол. У меня уже 30, играем в 33. У меня уже 30. И я надеюсь, что я скоро выиграю. Что, попал? Ребята, мы уже ждем так долго. Заказ, блядь, пиздец. Заказала нахуй. Еще вначале я был внутри. И, блядь, я пришел ровно в 23 часа, блядь, когда кассы все закрыты. Это пиздец. Где мои напитки? Все, ребят. Ждем заказик. Так, ребята, всем привет. Сейчас, короче, я иду на день рождения к своей подруге. Мы с ней вместе работаем в кофелайке. У нас мероприятие разделено на несколько частей. И я иду на первую. Это будет, короче, типа... игры в футбол, но в шарах. То есть меня оденут в какой-то такой купольный шар. Знаете, когда летом, типа, в парках есть, ну и в речке такие большие прозрачные шары, в которых надо бегать. Вот. У каждого из нас будет такой шар, ну, кто будет играть в футбол, так скажем. Но он будет не настолько большой, он будет просто в который ты будешь сам помещен. То есть у тебя ноги будут свободны. То есть это типа только на первую часть туловища. Ну, короче, на верхнее туловище, так скажем, где-то будет. Вот. Надеюсь, будет прикольно, классно. После этого мы пойдем все по домам. Там, ну, после этого, если кто-то хотел там помыться, собраться, вот я лично буду точно мыться. И... Кстати, ну сколько пуха. Фиг, вначале показалось, что это перья. Ну, Макс умер. Ну вот, короче. Помыться, собраться. И потом уже в 2 у нас встреча. Мы едем за город в съемочный дом, где уже будет проходить само мероприятие, там торжество, так скажем. Отдых мы будем играть, пить. Ну, я не буду. А мы уже пришли. Сейчас будем играть вот в шарики. Бегать будем в каньон-парке. Вот это классно. Сейчас идем по этому переходу в само здание. Так, да, сейчас мы будем играть в такую игру. Прикольно. Я за красных. Я уже победил. А пока мы переодеваемся.
играем. Да? А все сетнения. Блять, не пал. Я говорю, ты длинноногая, знаешь, а мне как пнешь? Я тебе пенал, проси, пожалуйста. Нет, просто я, вообще, я меня... до мяча не могу дотянуться, потому что у тебя нога длиннее, и, конечно, ты меньше до него дотягиваешься. У меня просто все это запотевшее, я даже уже не вижу, кто мой игрок, а кто не мой игрок. Я забила 2 гола! Прикинь, какая умница. Ну все, без моей команды бы не получилось. А это противники. Знать их в лицо. Да, ничего, что тут у нас есть 2 человека. О май гад, мужчина, это я его так износила, видите, аж потом льется. Это не пот, это вода, аж по-моему. Да конечно, это не слезы, это вода. Мне больше не больно, мне было больно, девочки. А что, я вообще свяжу сразу. Ну, каждая ночь со мной, ребята, вот такая. Покажи мое колено. А, да, кстати, девочка, видите, тут в логе участвовала, повредилась. Жесть. До примерно... Скажи свои впечатления. Я устала. Он тоже просто... Во сколько надо выехать? Да молчи там. Ну как, подними руку вверх. Почему? На меня все надо. Нет, сухая, ты подними руку вверх. Ну, ты путненькая. А я? Не, я тоже сухая. Ладно. Ну-ка, а я хочу понюхать, овечками пахнет? Овечками. Нет, только духами. Так, ребят, я уже иду из дома. Начепурился, приоделся. Взял подарочек для имени Насти. Ой, смотрите, спустилась сирень тут. Теперь с другого боку. У нас тут розочки, классно. Вот, короче, сейчас я иду за своей сестрой Катей. Она тоже там, типа, мы после игры пошли все мыться, биться. Вот. Вот я помылся, накрасился, сделался красивым, взял подарочек и иду встречать девочек. Мы будем покупать сейчас алкоголь и все остальное и еще брать игру с Октябрьского. Вот. Будем играть. Сейчас поедем все на тачке за город. Ребята, мы же забрали футболку. Смотрите, мы такую футболочку подарили. Подарим Анастасии. Тут я, молодой человек, Тимур, Альбинка, Катя, Настя, Тёма и Саша. Так, девочки, все, я уже в машине с подарочками, тут салатиками, всякими пакетами. Ребята ушли другие за вином. Вот, мы пока тут сидим. А, вы тоже тут? Нихуя себе, только вас сейчас заметил. Камон, ребята. Ну так, красавица, ребята, тоже другие тут. Какие вот дела? А мы уже пришли. Вот такой вот домик мы сняли. Прикольно. А это что там? Там же лежанка есть, тут классно, лоджия. Катин образ. Тоже база, да? Ой, какие часы прикольные. Смотри, какие часы. Давай, заходи первая в дом. Торт делала сама Настя. Да, для тебя. Так, надо загадывать, да? Да. Ты мне волосы не подержал. Только ты развернул к себе лицо.
А Муся будет стоять к нему. Вот этот вот? Ну, я примерно вот по вот этим округлику и сравниваю с мишенью, чтобы, вот для смешения с мушкой, чтобы они на одном уровне были. Здесь должна быть нормальная. Но это как называется, сейчас скажу. Обучение. ОБЖ. Как мне, блядь, это сделать? Вот так вот, чтобы они на одном уровне были? Ну, примерно, да, прикинь. Сейчас мне нахуй в дебушку попало. Попало? Так, отсними меня, я пока зарежу пистолет. Девочки, это Totally Spice. По бутылке стреляй. Вот смотри. Я знаю. Слышал, да? Чтобы вот это вот с этой перенести. Да, не надо. Гагоша у нее тоже будет. Блядь, пошли нахуй. Ну, господи. А, я попала, да? Наверное. Так, надо сравнить. Каждая встреча с тобой, особенно сейчас, мы видимся каждый день. Оставайся всегда такой же позитивной, энергичной, улыбчивой девчонкой. Не загружай так сильно себя работой, больше отдыхай. Мы все этого хотим. Мы хотим видеть тебя только улыбчивую, в хорошем настроении, веселую, добрую, позитивную. Саша, ты заряжаешь людей своим светом от этого. Твои нескончаемые разговоры, которые просто заполняют не только людей, но и комнату, и весь свет, мне кажется. Ты у нас такая, мы тебя за это любим. Я безумно благодарна всем, кто здесь сегодня. Тут нету ни одного лишнего человека. И мне кажется, тут вообще, знаете, самый оптимальный сегодня вариант того, кто сегодня собрался. И я уже думала на днях, ну, понимала, что должна буду сказать какую-то речь, тост. И на самом деле, вот все три дня, что я думала, начинала задумываться, у меня так слезу прошибала заранее уже, вот. В этот год, вот я сравниваю все, что было, вот, с празднованием 26-летия, вот, по сегодняшний день, и... Ну, там, не знаете, вот эта традиция, там, делать в Инстаграм или куда-нибудь пост, там, типа, мои итоги за год, мои планы на год... Я вот каждый год уже последние 5 лет собираюсь такое сделать, не делаю. И я понимаю, что вот какие бы планы бы я себе не выстроила вот год назад, там, вот в том доме на 26-летие, они бы близки не были к тому, что в итоге я получила вот к сейчас. Типа я даже не могла мечтать и завысить себе ту планку, что у меня будет вот все, что есть сейчас, что я буду такая, какая я сейчас, вот. И я понимаю, что на самом деле, что самое ценное, что у меня есть, это люди, которые меня окружают. И, ну да, я встала на путь какого-то более понимания себя, жить в ладу с собой и все остальное. И вот, когда мне, ну, там, пошла к психологу первый раз, мне сказали, что как будто мне очень сильно не хватает любви, что главная проблема в том, что мне всегда... плохо из-за того, что мне любви не хватает. А вот в последние дни, в преддверии дня рождения, это первый день рождения, который у меня там не сопутствует с ощущением тревоги, переживаний, таким, что сейчас будет, я понимаю, что у меня вот, мы сейчас можем говорить про работу, про какие-то там еще, про машины или еще что-то, но самое важное, что у меня есть, это вы. Это чувство какой-то безусловной любви, которые ко мне испытывает такое большое количество человек. И эта любовь позволяет мне быть собой. Это именно те люди, под которые, ну, мне не нужно подстраиваться, быть удобной, быть нужной, ну, даже вот как был. На самом деле ощущение там нужности. Все люди здесь могут жить и без меня, до самостоятельной личности, но при этом выбирают быть рядом со мной, получают от этого какое-то удовольствие. И я ценю это, я чувствую себя ценной, не нужной, а именно ценной, что я каждому из нас хочется быть особенным, и именно все вы заставляете чувствовать меня, себя особенной.
Вот. И я безумно вам за это благодарна. Я вас люблю так же сильно, как вы меня. И я знаю, что вы меня безумно любите. И хочу, чтобы это продолжалось. И продолжалось, и продолжалось. И бесконечность не предел. Я понимаю. Где мой стакан-то, блядь? Слава, не стакан. Ой, Не стакан. Фразами бесконечности предел становится. А можете отвернуться, я буду говорить вам с вами. Закрыть глаза, это медитация. Короче, у меня было два варианта. Что тебе подарить? Что-то для машин или резиновую... Ой. Или, короче, мягкую игрушку в виде голуби. Из этих двух вариантов я выбрал самый практичный вариант, который ты сможешь сама себе выбрать. В общем, вот. Правильно! Подарки! Спасибо. До следующего. Там не ты. Но это меня успокоило, думаю, опять Вика с виду. Но это то, что очень, ну, типа, ярко, сильно олицетворяет тебя, потому что ты масобная женщина, такая бесстыжая, бесстыжая палочка. Вот, там дрова для костра. Дрова для костра. Она сама огонь, понимаешь? Как говорится, баба огонь. Вот. Это должно тебе понравиться, так как ты у нас человек творческий, ты любишь что-то там, тендем-сюдем, да? Ну, в общем, творчеством будешь заниматься. Тебе это должно понравиться, это очень ярко и просто потрясающе. Можешь открыть. Открывай. Открывай. Да, поцелуй. Можешь разрывать. После ее нахуй. Ну ладно. Ну ладно. Упаковка в цвет себя была. Запустим и стол. С одной стены обои, что вы? Ты у меня дома не был, знаешь, какие у меня обои? Галя, что где ты так старая? Земля, стена, обои, скажи мне. Я себя ощущаю во вчерашнем дне, когда был Никита и я. Так, давай. Я люблю, да, это там вышивочки, все остальное. Мне все равно понравилось. Медитирующая штука. Пойдите, Катя, верни. Открой новые грани. Освоение таланта. Аккуратно, Катя, возьми пакет. Юбку сделаешь. Так. Ну, что ты Да, вот, иди, это просто фокус для гибучки. О, довольно. Конечно, собрали подарочек втроем. Я, Катя и Даня. Пакет выбирал Даня. Пакет за счет. И вот давай ты сама сейчас будешь отбирать все по порядочку. А вы будете объяснять, что лучше? Да, конечно. Давай, я могу. Так, что-то шушь. Так. Открывай! И надевай! Сразу? Конечно. Мы же тебе сказали, без футболки или... А, ты в этом думаешь? Всем покажи. А, там все! Показывай всем. И это круто. Там. Плиз покаж. Ой, бля. Это круто. Ура! Я сейчас буду круто, что вам не делать. Чего летел? Я хочу то, что вам не делать. Потому что... Тут вот все мы. Я буду на работу так ходить просто. На это и рассчитывали. Чтобы другие друзья знали, что ты занята. Хотя, чтобы оверсайз была. Стендапинг. О, все, видишь, удобненько тебе. Да, у меня Анастасия будет теперь титька. Да, я рада. А я под соском. Я тоже, кстати. Я под соском. А я такой, почему я сверху, блин? Ты ближе к тебе сверху даже разумеешь. Так, ладно, я сегодня в этом. Так, дальше. Так. Хорошо. Ой. Ну там, Даня, это ты выбирал? Нет, это не я выбирал. Даня выбирал, да. Ну это гель для
Да, нет, мы это еще... для лица. Это алоэ вера. Ой, алоэ вера. Алоэ гель. Это что, это умывалка? Да. Нет, не умывалка, это просто как увлажняющий гель. А, это нормально. Мне не надо. Я не очень разбираю. Охуеть. Так, дальше смотрим. Ну, тут сборная слянка вот этой вот истории. Это вот... Нюхай, это я выбирала. Я тут знаю, мне нужно... Я знаю, что ты такие штуки... Не, просто откроем вот так. А, вот так? Это гель от Ну тоже продавловато. О, попробуй. Ну неудобно. Я про банан. Там все большое, мы сейчас маленькое достанем. Это все масочки. Тут потихоньку насаживаешь и расширяется. Ой, блядь, на опыте что ли? Или чё? Это надо вот так вот. Это просто вот Тимур Саши, они боятся больше меня в масках. Я что, похожа на Фантомаса, вы посмотрите меня? Ночью у нас, делай ночью. Да-да-да, и приди к Сане. У него и так стань на дне. Саня, это кошмарится. Это семена. Семинария? Огурец, мелис. У меня как раз не взошло. Вот, все, давай. У меня, кстати, уже целый подоконник зеленый, на самом деле. Все, будем за салатиком приходить. У меня 27, как бы, да? Здравствуйте. Пора начинать. И это тебе для твоих цветов. А, это полочка. Сборная полочка. Нифига. Крутой, крутой подарок. Я не буду ее распаковывать сейчас. Нет, правда, не надо. Первый, что зашел. Не прибедняйся. Ну, мы слушаем тебя. А как ты его назовешь? Дай ему имя. Как ты его назовешь? Не просвечивает, сука? Нет. Знаешь, даже этот чашки, дохуя чашек. Так. И каждая чашка что-то символизирует. Так. Кого-то определенного, либо какое-то событие, да, и тому прочее. Вот. И так как ты любишь одного медийного, медийную личность, я правильно подумала. Да? Я так, я понял, у меня есть футболка или нет? Если ты умеешь думать, подумай. Что там? Это локальный такой. Кто-нибудь знает такого блогера Энтони Юай? Нет. Который обозревает книги. Всякие порнушные романы, в общем. А переверни с другой стороны. И вот это его мерч. Умеешь думать? Подумай. Так же. Так, чашка. Вы просто не понимаете всю суть этой чашки. Да. Вот. Так же ты любишь Брусников. Я люблю Брусников. Поэтому я тоже буду этим любоваться. Вот. Это тоже от него же мерч. С крестюками. Футболка? Нет, это... Я не знаю, как эта хуйня называется. Что просто бобер? Круто! Крутой! Круто, Тимур! И все, да, гомин. А его, да, ты гомин. В общем, надо будет объяснить тебе. Ну, чтобы ты там этот кошелек не таскала, сумка, все, в одно хуйнуло, нахуй. Такие, блядь. Как бы без лишних слов нужно распаковать, и ты все поймешь. Это как бы все говорили об отдыхе, и тебе это в этом поможет. Короче, мы... Немножко не про то подумала. С таким подарком нечего говорить. Короче, его просто надо распаковать. Распаковывай. Закрой глаза, я распакую. Да, да, ага, отлично. Рви. Рвать? Рви. Распаковывай. Пока я не понимаю. Я знаю, давай, у давай, этого давай. Был план. Похоже на мешок с дерьмом. Но это не так. Это мешок не с дерьмом. Не с дерьмом. Можешь тоже порвать мешок. Это жопа. Давай распаковывай. Выглядит реально на жопу. Ты просто достань. Просто сиськи. И распаковывай без глаз. Это член? Другой стороной. Давай помогите ей. Господь всемогущий. Офигеть, отгадал? Ёбать. Круто. Ебать. Ну вот,
красным в этой футболке и членом. Твой писюн. Я хочу это. Ой, блядь. Киска. Катя, почему? Да Настя, почему ты не... Дай-ка. Так, у нас уже сосиски. Ты что, уже нарезал свой купат? Да, 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 Данька. Да, ну я возьму потом. Тёма, дай-ка скажи. Данька, чё свои сосиски делать? Чё? Сосиски чистить. Вон у меня там сейчас почистится. Ну, ничего там не почистится. Ту я почищу, с радостью. Да там нечего чистить делать. У меня уже обрезаны, Данька, нечего. Заюш, давай еще. Я тебе не сожгу. Я на шифте когда. Ага, блядь. Самолет. У нее пизжа. Понял? Ну да. А почему у него розовая дудка и розовая трубочка, блядь? Пошел нахуй, у меня золотая. Ты, пошел ты нахуй. Бля, ой. Девочки, мы сейчас играли в дудки, надо было пинг-понговым мячиком хуярить. У меня, смотрите, блядь, у меня все в тоналке, нахуй, в синей краске. Весь стол мой. Я тебя, дудю. А, вот, да. Смотри. Давай. Давай. Мастер-класс. А, нахуй. Что, блядь, нечестно, нахуй. Было все подстроено. Да, да. Я не знаю, что это там. Все наша команда победила. 15. Сколько у вас? 6? 15-6. Да, блядь, не пиликай мне. Мы выиграли. Да, мы выиграем его, блядь, ради Христа. Помогите ему, шарма. Давай, Александр! Катя! Давай, блядь, Надя, держи камеру. Учитесь меткости, блядь! Давай, давай! Настя! О! Опять что ли? А он опять пьет? Давай, Слава! А первый? Давай. Слава сосет! Жарким огнем и ночью и днем. Молодец. Что там было там? Так, давайте. Надо сколько? Че? Один глоток? Я буду еще трезво, блядь, на дереве. Как хочешь, да. We're so bad. Let me go. We're so bad. Get me low. Let me go. I'm just waiting for me. Please me go. We're so bad. Ой, блядь, sorry. Пам-пам-пам-пам. Так, подожди, брусок держи. Какой брусок? Вот тот. Королевну качают. Александр, ты что, съебался со своего поста? Да, зарплату не платят. В смысле не платят? Я вообще-то все это устроила. Нихуя себе. Извиняй, но ты что? Тим, иди нахуй. Иди нахуй. Это мой гель для душа. Это иди нахуй, блядь. Я хочу зубы почистить. Я, в отличие от тебя, блядь, гигиенический человек, нахуй, хочу зубы почистить. Главное, жопу не давай. Иди нахуй, а. Как он насыпал? Чё, блядь? Иди нахуй, блядь. Доброй ночи! Блядь. Oh, gosh.
у меня уже все. Я нахожу, потому что не мешает, что мне. Покрутите погромче, да, давайте, девочки же не спят. А что там происходит? Тима срет. Ты срешь? Тима срет опять. Да. На пенис. А я хочу зубы почистить. А мы вообще молчим, я вообще молчу. Я, Катя, меня слышно там наверху? Я вообще меня не слышно, я вообще тихо. Это она смеется, а не я. Я вообще не смеялся. Как минимум 2-3 человека спят. 2-3? Полтора? 2.5? Тебе даже сейчас. Да, блядь, ну тоже же мы играем. Мы же не там сидим, мы ушли сюда. Ну что, чтобы по музыкам слушать там? Нет, вы просто очень громко говорите. Хорошо. Ну вот так говорим. Обычный голос. Нет, прям твою... Да ебать, не чувствуешь, что я с ним... Да, нет, твою жопу слышно. Так зачем? Нет. Через где это? Он от этого быстро не выйдет. Он уже все. Так вы покупали платье в одном секонд-хенде? В одном месте? Это же трусы. О боже мой, Катя. Какой пиздец. Покажи мне, я не видел. Я не слышу. О, слышишь? Все, все, давайте нахуй. Подожди, нет, нельзя давайте туда заходить вначале. Бля, я, короче, я вот так. Если что, кричу, не бойся. Не надо. Я постараюсь. Да все, не буду я орать, иди, успокойся. Как меня бесят люди, которые говорят, что я громко говорю, у меня так ухо на них. Нет, объективность еще было. Блядь, извиняюсь. Как ну какая нет. Есть. Я тоже какой есть. Че, блядь, мне поделать-то нам? Ничего, ёбаный в рот, в доме нет этой ёбаной шумоизоляции. Я понимаю. Просто. Мы еще не заплатили, только вылили. Это тоже понятно. Оставь надежду всех сюда входящих. Все, иди нахуй. Все более-менее нормально, да, не давай Лину. Потому что да там нормально, там не воняет. Да воняет, пиздец. Да не воняет. Если включила камеру, говори. Ребята, 2:30. Меня разбудили комары. Я пришла, почистила зубы. А ты что делал? Общался с ребятами. А ты заснял? Что? Как общался? Нет. Вот, ребят, весь контент. Весь контент держится на мне. На мне. Ребята, будет такой небольшой кусочек сегодняшнего дня. Рассказываю ситуацию. Я сегодня после смены немножко поспал утром. И сейчас уже 8 часов вечера. У нас на 8 назначено собрание нашего кофебара, где мы будем высказывать сейчас друг другу претензии, потому что очень много накопилось на нашем баре злости. Вот, и наши тренера придумали такое мероприятие, чтобы сейчас вот все собрались и обсудили, что кому не нравится, высказали, короче, друг другу претензии. Я написал целый список, адресованный определенным личностям и вообще в общем, который относиться будет всем. Вот. Я просто немножко единственно опаздываю из всех ребят. Вот. Ну, короче, так. И потом, возможно, после собрания, если оно будет недолгим, мы поиграем во что-нибудь с Windows, либо в баскетбол. Я выиграл! Мы сейчас играем с Windows. Мамулька, все всех мочат. О! Обсудили все вопросы, слушайте. По итогу я хуёвый сотрудник. Увольняюсь. Синтез нужно.
А, да, уже. А, да, уже, да. Набирай карты, мать. Мать, да, три. Да стоять, а ты куда? А. Здравствуй.